Я полагаю, все, что мы можем сделать, это ждать Робби и остальных в лаборатории. Согласна, ваше высочество. Страж? Но почему? И монстры тоже. Сейчас самое время. Страж может прийти за нами. Нам нужно бежать отсюда. Не боись, королева, я тебя спасу. Доставлю в целости и сохранности. За этой точкой нас должны ждать союзники. Давайте двигаться вперед и разгонять монстров. А я что по-вашему делаю, собственно? Видишь, разгоняю. Пытаюсь от этого здорового амбала мочкануть. Сильно куда-то побежал на поле боя. Ну быстро сдвинул отсюда. Тебе здесь не место. Импа, ну ты что, за принцессой не следишь? А если ее покоцать? Но потом король бошки поотрывает. О, прям по черепухе мне пнул. Я тебе не футбольный мячик, засранец. Мячики тебе нужны, так получай. Ну как, футбик еще не прихотел играть? Щавельный коктейль. Вот это попадание по моей каске. Моблин, тебе не кажется, что я слишком много времени тебе уделяю? Может, пора закругляться? Как и ожидалось, вы хорошо поработали. Наше будущее в безопасных ваших умелых руках. Спасибо, импа, но мои руки способны на большее. Все, вперед. А, еще пару свиней осталось. Сейчас, быстренько добьем. Зельда что-то там бегает возле этих свинюшек. Че, Зельда, хрюшек, что ли, жалко стало? Все, let's go, парни, let's go. Не отставайте там, городские. Камень Шика снова посылает сигналы. И что бы это могло значить? Ух ты! Магнетизм открылся. Отлично. Вау-вау-вау! Сейчас в разнос пойдем. Правда, он долго перезаряется. О, там снова вдалеке свинюшки. Открылась новая сила. Кажется, их больше, чем одна. Коротить и лупить! Стазис открылся! Шикарно! Вот про что нам намекал камень Шика, когда засиял. Получается, что мы все способности открыли. Ну что ж, тогда воспользуемся ими. Сейчас откатится камень Шика и снова заюзаем стазис на этот контейнер. Ну давайте, давайте, ребятки, подходите. Ой-ой-ой, не в ту сторону, не в ту сторону! Эх, блин, все пропугал. Пришел черед импы. Будем разносить тех пух и прах. Кстати, насчет ее техники складывания печатей. Очень много комментариев о том, что она похожа на технику Наруто. Опа, включите магнезис. Сейчас врублю. Ловлю, ловлю, ловлю. Че ловить-то? А, я молот поймал. И кинул обратно в свинью. О, это мощно. Надо закрепить это умение и повторить. Сейчас откатится снова у нас камень Шика и... Ой-ой-ой-ой-ой. Прилетел по башке мне этот молот. Но ничего, в следующий раз я его поймаю. Ну, свин, не желаешь молот свой метнуть? Во-во-во, момент настал. Магнезис. Ловлю. И в обраточку. О, как мне это нравится. Так, я думаю, что пора призывать теневых клонов себе на помощь. Вот они. Да, теневые клоны могут не только сражаться, но и взрываться. Чем я сейчас и пользуюсь. Главарь свиней был удачно подорван. Вот и сундуки в награду. Ух, сколько всего интересного там выпало. Ты только посмотри, сколько у меня теневых клонов. Это же прям армия. Ух, огонь. Ладно, идем на следующую точку. Нас там ждет Зельда. Мышки-мартышки, нифига себе. Вот это он ворвался. А Линку так знатно досталось. Страж прямо за нами. Берегите принцессу, я вас умоляю. Я вообще думаю, что нужно отсюда... Ой-ой-ой. Сваливать. Мы не разберемся с этим стражем один на один. Не вступайте в бой с этим стражем. Его сила слишком велика. Если мы будем бороться с ним, это закончится плохо. Черт, а почему я последний? Ой, кажется, мне сейчас будет плохо. Я переключился и сбежал выстрела себе в голову. Короче, мне нужно найти метод, как ушатать этого стража. Пока на ум мне приходит только одно – бежать.
Короче, есть план. Он созрел, и сейчас мы к нему пробиваемся. Вот это подрыв. Ящерки, привет. Хотите отведать моих мячиков? 300 убийств. Но у меня бывало и побольше. Короче, нам нужно прорваться вон туда, где мигает желтый огонек. Все, ящериц я по-быстрому раскидал. И план у нас таков. Короче, нам нужно активировать стражей. Но это, к сожалению, не тот страж. Нужно найти другого. Ух ты, волшебник с электрической палкой. Надо ее отжать. Кстати, давненько я стазис не использовал. Замри! Красавец. О, ну блин, совсем мало я со стазисом нанес ему урона. Вот это мне прилетел заряд. Короче, я устал от тебя. Суперсила! Выручай. Вот и все. Проблема решена. Волшебную палочку забираем. Свиньи что-то стоят, смотрят. Сеанс просмотра платный, так что извините, парни. Ну чё, все? Я добежал до точки. А, почти добежал, но тут у нас босс свинос. Сейчас мы лупанем электрическим разрядом. Фу, вот это подрыв. А, это не босс свинос, это этот моблин. Черт, опасность. Оп-оп-оп-оп, нужно ледяную глыбу заюзать, когда он бегает. Но я не успел в этот раз. Надо попробовать успеть следующий. Увернулся. Ой, сейчас тебе достанется. Вот это комбо. Фаталити я проделал успешно. Босс моблина вздох. А я бегу к нашему стражу. Он где-то здесь должен быть. Страж, ты где? Так, тут никого нету. А, вон он, нам туда. Налево. Но сперва направо. Кажется, мы нашли семечко корока. Отлично, теперь у нас две семечки. Правда, я еще не нашел применение этих семечек. О, сундучок. Надо бы открыть. Давай по стариночке пнем по нему. Меч выпал. Ну, потом посмотрим, что это за меч. Настало время активировать стража. Вроде бы как вот этот рабочий. Точно, активировать. Великолепно, такие атаки срабатывают. Ну, здорово. Остается только понять, сколько раз выстрелить нужно в этого стража ходячего. Ты посмотри, за кого мы играем. В бой вступила Зельда. Как долго мы этого ждали. Ух, и наконец-то можно за нее поиграть. Ну, давай посмотрим, на что способна эта хрупенькая принцесса. Как она будет раскидывать, например, вот этих свинюшек. То есть получается... Нифига себе. Короче, все ее умения завязаны на камне Шика. Прикольно. Нифига себе. Вот это мощь. Камень Шика сам по себе мощный, но когда он в руках Зельды, это просто что-то нечто. Воу-воу-воу! Это слишком круто. Ничего себе. Она когда использует магнезис, ей даже предметы не нужны, чтобы примагнитить их. Она как будто их из-под земли достает. Смотри, контейнер из ниоткуда появляется. Обалдеть. Боюсь даже представить, что у нее за суперспособность. Надеюсь, она зрелищная. Блин, это такой кайф комбинировать все способности камня Шика без перезарядок. Сейчас, короче, здесь накопим силы и попробуем заюзать сверхспособности. Как они все разлетаются. И я тоже отлетел. Кстати, ты заметил, какую я бомбочку призвал? Такая здоровая. Короче, нужно качать Зельду. Открывать новые способности, новые комбо. Блин. Фух, увернулся. Молот части пролетел мимо. Кстати, все-таки перезарядка камня Шика есть, но она довольно быстрая. Да что ж такое-то, блин. Я просто беру и позволяю вот этой свинье избить Зельду. Не могу все никак момент поймать. Ну? Во-во-во-во, магнезис. Поймал, кажется. Да, поймал. Все, бежим добивать. Да, Зельда вообще опасна, когда она в ярости. С принцессой, сражающейся таким образом, вряд ли есть какая-то необходимость в нас. Да я вот тоже думаю, смотри, там два охранника со мной бегают, от них вообще никакого толку. Ладненько, хватит топтаться тут на месте, бежим к следующему стражу, которого нужно активировать. Ой.
Ой-ой-ой. Ну, вообще, ты зря это сделал. Ты сейчас поплатишься очень сильно за то, что ударил меня молнией. Принцессу, да молнией, да вообще. Еще раз ударил? Да ты капец, бесстрашный, что ли? Получай мое комбо. Ух, как все разлетелись. Кстати, у меня суперспособность зарядилась. Давай-ка воспользуемся волшебными палочками. Заморозим этого волшебника. О, сработало. И теперь добивающий суперудар. Чего? Подожди, я фоткаю его. Ну, блин, у него такие крутые способности, а суперудар у него какой-то, ну, просто фотка, которая убивает противника. Ну, да, я даже не знаю. Скучно. Ну, с другой стороны, что ожидать от хрупенькой принцессы? Давай-ка покушаем, а то хп мало. Вот. И зададим жару при помощи наших волшебных палочек этим свиньям. Ну вот. Кстати, насчет стража, он где-то здесь должен быть. Похоже на то, что его охраняют свиньи. Ну что, как тебе Зельда? Давай-ка ты спустишься вниз под видео и напишешь комментарий, что ты думаешь по поводу ее способностей. Со свиньями разобрались, бежим к стражу. Вот он. Вот он наш страж. Тайничков вроде бы нету. Так что можно активировать. Подготовка закончена, но цель находится вне зоны действия. Блин, надо переключаться. У нас есть только один выход. Заманить врага в зону действия. Но давайте сделаем это осторожно. Я, конечно, попытаюсь, но обещать ничего не могу. Переключился, короче, на Линка, потому что он ближе всего к этому стражу. Блин, я... Парашют! Фух, в самый последний момент. Я думал, что сейчас разобьюсь. О, а вот он и страж. Так, теперь аккуратненько нужно его довести в зону действия. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Мне кажется, что пока я добегу, я уже поджарюсь. Тут еще и моблины. А ну, свиньи, расступитесь! Здоровье у меня, конечно, оставляет желать лучшего. 1/4 сердечко, это капец. Один удар, и я сдохну. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я не могу позволить потерять себе Линка. 600 убийств, это, конечно, классно. О, я, кажется, восстановился. Отлично, все сработало. Броня стража ослаблена. Нужно ударить прямо сейчас. Ну, я делаю все, что могу. Может быть, вы мне поможете? Да уж, так мне и помогут. Стоят там в сторонке, смотрят, как я дубащу этого стража один. Фигайся, да он еще живее всех живых. Еще и босс моблинов тут. Ой-ой-ой-ой, надо быть аккуратным. Ай, задел все-таки. Не смог я увернуться. Но прыгает он, конечно, мощно. Как насчет стазиса? Слабенько, очень слабенько. Хорошо, продолжаем курочить эту жестянку. Черт, вот это вообще мне не нравится. Эх. Все здоровье измухрычено. Да блин. Подножка, конечно, вообще зашла. О, импа подключилась. Так, пожалуй, я прибегну к помощи импы. Да что ж мне так не везет-то, удачно приключился. Линк, смотри, не сдохни, пожалуйста. Пожалуйста, я тебя прошу. О, нифига себе, я увернулся от выстрела. Импа, да ты могешь. Рупи, потом куплю квартиру, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой, да блин. Чё-то несмотря на то, что у него броня ослаблена, к нему не подлезть. Ну все, импа тоже уже практически сдохла. Воспользуемся тогда Зельдой. И сейчас будет прикольно, если Зельда вынесет этого стража. Давай-ка я запущу туда бомбу. Ух ты, смотри, какая крутая. Нифига себе, как она умеет. Надо было сразу Зельду выбирать. Добивающий Зельды. Ну да, как будто это Линк его размотал, конечно. Мы же знаем с тобой правду.
Это технология, подобной которой я никогда не видел. Это значит, что у нас есть совершенно новая, никогда прежде не виданная модель Стража! Робби. Устройство типа камня Шика, которое усилено мощью таких древних реликвий, является лишь скудным фрагментом такой технологии. Я поняла. Это объясняет, почему мы можем использовать камень Шика. Кроме того, эта штуковина загружена данными и информацией, которую мы можем даже понять. О, да. Щелк. Пура. Блин, помнишь ее в оригинальной Зельде? Она была в институте Хатена и превратила себя в маленькую девочку, чтобы омолодиться. Я извлекла некоторые визуальные данные из памяти Стража. Это... Ага, без сомнений. Замок Хайрул после бедствия Ганнона, который был возрожден. Как вы видите, нам удалось извлечь некоторые данные. Но большая их часть была фрагментирована. Тем не менее, если я проанализирую то, что мы получили, я, возможно, смогу понять больше. Это разрушение, которое бедствие принесет всему Хайрулу. Если мы позволим этому случиться, я боюсь, что вся надежда будет потеряна. Даже всего того, что мы делали до сих пор, вероятно, будет недостаточно. Если мне не удастся запечатать бедствие? Никогда. Этого не произойдет. Чтобы остановить бедствие Ганнона, было крайне важно обладать мечом, который запечатывает тьму, а также скрытой силой принцессы Хайрула и мощью четырех божественных тварей, найденных со всей земли. Однако, путь к победе был усеян препятствиями. Лес Корока, где спал легендарный меч, был захвачен чудовищами, а сила принцессы не проявляла никаких признаков пробуждения. Оплакивая бедственное положение королевства, король послал свою дочь собирать божественных тварей. Вместе с Линком, чье храброе поведение принесло ему роль рыцаря-принцессы, Зельда встретится с каждым из четырех кандидатов. Это случится! Реликт следует за тобой повсюду, да? Да. После разговора с Пурой и Робби, мы подумали, что так будет лучше. Я напоминаю тебе еще раз. Прежде всего, ваш долг имеет первостепенное значение. Все ясно? Да, ясно. Я понимаю. И я исполню свой долг. Yeah.